Инструкция по эксплуатации дизельного генератора СДМО R3033 с номинальной мощностью 24 кВт. Для запуска установки требуется перевести переключатель массы. Вот он находится здесь, в положении вкл. В этот момент у вас начнет грузиться приборная панель. Вот идет загрузка приборной панели, а она занимает порядка 40 секунд. В холодное время года может быть чуть дольше. Все, она загружена. Показывается уровень топлива, температура охлаждающей жидкости и заряд аккумулятора. Для того, чтобы запустить саму установку, вы используете кнопку старт, для того чтобы заглушить кнопку стоп. Клеммная колодка. Здесь также есть розетки, так называемые сокеты. Также можно подключать через клеммную колодку, то есть накидывать непосредственно кабеля. Соответственно, главный автомат находится вот здесь. Последовательность запуска следующая. Вы запускаете дизель-генераторную установку. Она в течение минуты выходит на свои рабочие характеристики, и тогда вы после уже накинутых кабелей включаете автомат. И, соответственно, в обратном порядке сначала вы выключаете автомат, и потом через 30-40 секунд глушите саму установку. Здесь установлен датчик моточасов. Также вы можете выбрать язык. Здесь плохо видно, вы крутите колесико и потом нажимаете, чтобы выбрать язык. Значит, вы можете уже в процессе работы генераторной установки колесиком вращать, и у вас будут меняться показатели. Будет показываться напряжение, сила тока, частота, уровень топлива и так далее.